Юлия с удовольствием откликнулась на просьбу городских служб вместе пройти дорогой отдыхающих. Она на месте показывает представителям администрации, что мешает ей перемещаться по городу. Для обычного человека многие препятствия могут показаться незначительными. Слишком большой уклон или выступающий из земли канализационный люк. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это не мелочи. Очень рада, спасибо, что город отреагировал, заметил нас. Мы готовы идти сотрудничать и помогать всем, чем можем. В первую очередь, так как начинается курортный сезон, конечно, бы хотелось доступность пляжей для людей с ограниченными возможностями и не только для мамочек с колясками. Общественники делятся мнением, что именно необходимо менять. Например, такой пандус должен быть шириной порядка 1,5 метра, чтобы можно было развернуться на коляске. Также подняли вопрос кабинок для переодеваний и спуска непосредственно к морю. Готовность пляжей проверяют по поручению главы курорта. Минимальная инфраструктура не повлечет большие затраты. Практически каждое подразделение на месте получает своеобразные технические задания. Будет делать жилищно-коммунальное хозяйство по пути к пляжам. Там дальше будет делать санаторно-курортный управление и санатории, то есть владельцы пляжных территорий. То есть это как бы планомерная программа, которая будет продолжаться дальше. По словам Андрея Соколова, первые результаты такой совместной работы можно будет увидеть уже в ближайшие недели.